Следующий у нас Мултан, серия «Советский король в окружении Орды». Ой. Затарка прикольная. Так, КВ-5, КВ-4. Большие здравия желаю. Ну-ка. Давай, король 44, а наваляем всем. Мало черти. Будет повод поразмяться. Поразмяться. Бум-бум-бум. Так, Някс. Поджарю вас маленько, адские отродья. Так. Ого. Ну, с половиной сразу же. Шмяк. Сейчас я устрою целую свалку демонических Т-34. Свалку. Лучше бы их... Лучше не свалку ставил, а на переплавку. Вот. Обходите его берсерки. Нужно его окружить. Вот, кстати, какого калибра вот это вот оружие у центрального вот этой 4? Ну, вроде как это гаубница, или не знаю. Прячьтесь в дыму, окружить зверя. Зверя, вы сами такие, рогатые, козлы. Давай нас детинанаут, мочи их всех. Это что еще за чертовщина? Я никого не вижу. Стреляй во все стороны просто. Вы серьезно, вы так ему ничего не сделаете. А сзади не надо было укреплять. Где? Откуда они стреляют? Подлые демоны. Стреляй во все стороны. Вот так вот, молодец. Мне кажется, он даже слепую поп. А вот и вы, маленькие. Папочка уже здесь. Что, дым рассеялся? Шмяк-шмяк. Да, план у них так себе оказался. Вот и все. Проще простого. Ой, да ладно, еще. А вы, гады, не сдаетесь. Давай, еще мочи. Всех на свалку. В аду, они сами из ада. Так, все. Ничего сказать по этой серии не могу, просто Карл 44 в 4 крушил всех. Иду дальше.